Юго-Восток, стой! Мы с вами, мы с вами победили, но мы должны поднять их. Мы с вами. Юго-Восток, вставай! Юго-Восток, вставай! Юго-Восток, вставай! Юго-Восток, вставай! Теперь ждем Юго-Восток. Спасибо. Мы в Севастополе Спасибо Путину, спасибо русскому народу. Вы слышали, как сегодня сказал Жириновский о Путине? Сказал, что надо его фамилии еще Крымский приписать. Путин Крымский. Вот. Это здорово. Путин Крымский. Спасибо вам, здорово. Вы за Россию. Ребята. Давайте, очки снимите, потому что надо отвечать. Спасибо, да, давайте. Мы настолько счастливы, что все люди очень счастливы, что Крым стал Россией. Но нам очень хочется отблагодарить и Путин, и все российские народы. Но сейчас мы еще очень жалеем Восток. Нам очень жалко наш Восток. И как, ну, если есть возможность, надо им помочь. Потому что там находятся наши братья. У нас, знаете, вот праздник с такой немножко горчинкой. Еще хочу сказать, вот такие как Емцов, Ахиджакова, Макаревич, я живу в Балаклаве. Передайте им, чтобы они к нам нос не попали. А что Макаревич? Макаревич у нас в Балаклаве. Мы его не примем. Лилия Ахиджакова, хорошая вроде артистка. И как она сказала, что но здесь люди... должны быть, были гибну, потому что они не знают, какая у нас была обстановка. Только благодаря тому, что наш народ поднялся, и знаете, и благодаря широкой спиной за нами стоял Черноморский. И безо всяких и Россия. Призывов, и безо да. всяких у нас не было ни одного сами, выстрела, и все. А они были против нас. Неужели они готовы были нас отдать на растерзание фашизма? Неужели, а? Ну как это так? Потом это историческую надо правду было решить. Севастополь святая земля, чтобы здесь ходила нога фашизма. Когда в жизни мы не но историческая этого, правда. Имя и фамилию назовите, будь добры. Моя фамилия честнейшая, Татьяна Николаевна. Редкая фамилия. Я украинка. Муж у меня татарин. Правильно сказали. Но он всю жизнь стремился в Россию. Сейчас я его не добавлю. Я поеду, завезу ему флаг на кладбище. Потому что он военный. Он так хотел быть в России. Можно сказать вам?